Кстати, руководитель администрации Чебоксар попал в первую группу так называемого рейтинга мэров. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве России подготовил анализ работы градоначальников в 2016 году. Эксперты оценивали руководителя администрации 88 городов России. Причем анкетирование было как очным, так и анонимным, заочным. Для опроса привлекали максимально широкий круг экспертов разной профессиональной и социальной принадлежности. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков занял 17 место. Лидером опросов стал мэр Тюмени Александр Моор. На втором месте глава администрации Казани Ильсур Медшин. На третьем руководитель столицы Башкортостана. Отмечу, что мэр Москвы Сергей Собянин, лидер многих опросов, занял лишь 8 место. Эксперты отмечают, что высокую 17-ю позицию нашему Алексею Ладыкову обеспечила хорошая работа коммунальных служб города, современная система охраны общественного порядка, созданная при непосредственном участии муниципальных властей, также добавила очков главе администрации Чебоксар в глазах экспертов.